Регина, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Добрый день, дорогие консультанты. Здравствуйте, друзья. Вы знаете, сегодня мое утро здесь, в студии, началось с чашки кофе. В принципе, традиционно. Но это был какой-то фантастический, потрясающий кофе с очень ярким вкусом, с таким волшебным ароматом. Мне лично захотелось узнать, в чем же секрет. И мне ответили, что секрет у Регины. Да, так в чем же секрет? Свет, но прежде всего, это был кофе из новой коллекции «Нечай Family Club». Вот оно в чем дело. А второй секрет – технологии его приготовления, потому что он был сварен в нашей новой гейзерной кофеварке. Вот в этом чудо, да? Да. Угу. Принцип действия – то, что вода, кипящая вода из нижней колбы поднимается вверх, угу, проходит через молотый кофе, при этом насыщается вкусом и ароматом. Ну, то есть в данном случае мы описали, что такое гейзерная кофеварка, принцип ее действия, да, правильно я понимаю? Да, принцип работы похож на принцип действия гейзера. Вулкана. Вулканический вкусный кофе. Эта кофеварка очень удобна, потому что она работает на всех видах плит, в том числе на индукционных. Вот это отличное замечание, потому что с индукционными плитами часто возникают просто какие-то проблемы. Да. Да, это точно. И еще очень большое преимущество то, что вам не нужно стоять у плиты и следить постоянно за тем, как варится кофе, потому что вы точно можете быть уверенными, что кофе не убежит. Я сейчас попробовала подсчитать, сколько в своей жизни я собирала кофе по плите. Много. Много. Очень я много тоже. Раз. Именно поэтому у нас и родилась идея сделать такой удобный и прекрасный продукт. Фантастическая идея. Одна из лучших, мне кажется. Так, а какие еще есть преимущества? Я уверена, что они есть. Да, еще и не одно. Эту кофеварку очень удобно брать с собой в поездки. Супер. Если вы любите такой хороший, крепкий, свежесваренный кофе, она всегда будет с вами. Ну и мне нравится, что кофейный напиток получается без гущи. О, вот это прекрасно. Но, вы знаете, Регин, я, конечно, могу выпить чистый черный кофе, но очень так по-женски люблю, когда кофе – это все-таки капучино. С этой задачей справится кофеварка? Сама кофеварка нет, но мы подумали и о тех, кто любит черный кофе, и о вас, Светлана, о тех, кто любит капучино. Именно для этого, для того, чтобы сделать мягкую такую молочную пенку, у нас есть вот такой механический венчик. И сейчас я за пару минут, даже быстрее, приготовлю вам прекрасную молочную пенку. Это все вот так очень быстро. Главное. И просто, да? И просто. Основной момент. Вы должны чуть-чуть подогреть молоко, чтобы оно было теплое. Итак, звучит, конечно, фантастически. Вот, мы практически эксперимент сейчас проводим, да? Буквально полминуты. Подогреваем молоко. Да, подогреваем молоко. И в какой-нибудь вот такой емкости побольше, чтобы было пространство, мы взбиваем молочко. Класс! Свет, и фантастика, у нас получилась вот такая чудесная прекрасная пена. И, пожалуйста, вам капучино. Слушайте, какая красота! Главное, не забудьте чуть-чуть подогреть молочко. Хорошо. Вы посмотрите, какая прелесть. Такой еще аромат очень вкусный. Это и выглядит красиво, и по запаху прекрасно. И я уверена, на вкус просто фантастически. Это просто какое-то волшебство. Спасибо большое, я это обязательно выпью. Да. Данный процесс можно назвать действительно удивительным, потому что по утрам времени катастрофически не хватает ни на что, и то, что мы можем получить чудесную пену так быстро, это конечно, фантастика. Но спрошу, для чего еще может пригодиться данный венчик? Данный венчик можно использовать для чего угодно. Взбивать омлеты с утра тоже очень быстро, да, когда нужно приготовить завтрак, но можно его еще использовать для взбивания чая. Например, так, у наших коллег и в категории wellness как раз недавно появилась новинка – японский чай матча. Так вот, сейчас я вам быстро приготовлю чай. Мы берем... сколько здесь у нас чая? Ну, я здесь сделаю, Свет, на две порции на нас. Здесь одна чайная ложка. Если на одну порцию, то это пол чайной ложки чая матча. Мы заливаем, соответственно, где-то 140-150 грамм воды. Это если на две порции. Так. И быстренько
Опять же, мы взбиваем нашим венчиком. Кстати, вместо воды можно использовать растительное молоко. Но, насколько можем видеть, процесс предельно легкий. Так. И? Готов чай. Готов чай. Чашка, кстати, красивая очень. Чашка тоже наша. Я знаю. Главное, чтобы вам тоже с пенкой. Так. Вот, пожалуйста. Ага. О, слушайте. Ну, просто потрясающе. Это выглядит превосходно, волшебно. Получился вкусный и полезный напиток. Кстати, который очень и очень бодрит. Супер, супер, аккуратно поставлю. Вот, кстати, секрет бодрого утра мы только что узнали. И самое время раскрыть главный секрет, о котором вы, кстати, Регина, упомянули на нашем бизнес-форуме. Целая система для смарт-хранения. Что же это? Регина, рассказывайте. Светлана, это инновационный подход к системе хранения продуктов, о котором я с удовольствием расскажу. Давай. Вот, смотрите. Это целая система, целая коллекция антибактериальных контейнеров для хранения продуктов. Так. Но здесь можно не только хранить продукты, их можно брать с собой, брать обеды, брать с собой в поездки, в них можно замораживать еду в морозилке, их можно использовать для разогрева продуктов. То есть это такая мультифункциональная универсальная система. Но мне показалось, что ключевым здесь будет слово антибактериальное. Да, совершенно верно. В состав пластика, из которого сделаны эти контейнеры, у нас входит антибактериальный компонент. Он помогает сохранять свежесть продуктов, а также препятствует размножению бактерий. Он защищает продукты от размножения бактерий, поэтому продукты дольше сохраняют свою свежесть и полезные свойства. Я, кстати, сразу заметила, решетку внутри каждого контейнера, это тоже защита получается? Да, это тоже защита, это специальная дренажная решетка, которая защищает продукты от конденсата. То есть у нас капельки воды, да, конденсант, они собираются не на продуктах, уходят вниз на дно контейнера и не соприкасаются с продуктами. Соответственно, это тоже влияет на продолжительность их жизни. Супер, супер. Так, на что еще стоит обратить внимание? Ну, обратите внимание на то, как они все сочетаются между собой. Да? Эти контейнеры можно сложить по системе такой, по принципу тетриса. То есть они сочетаются по размеру. И их очень удобно хранить и в шкафу, и на столе, и в холодильнике. То есть вот у вас будет такая компактная система. Это, кстати, очень важная история, потому что, как правило, у нас все продукты имеют свой размер, разный объем, и уложить их в холодильник так, чтобы это было, ну, как-то сказать так, удобно, да, и максимально комфортно, часто не получается. Вот чудо, да. Вот спасение. И еще я хотела обратить внимание на клапан, который расположен у нас в каждой крышке всех контейнеров. С помощью этого клапана мы сможем откачать воздух из контейнера, и, соответственно, это будет замедлять процесс окисления продуктов и замедлять распространение бактерий. Соответственно, продукты в таком контейнере будут храниться дольше. Давайте я продемонстрирую, как просто открыть и, собственно, закрыть клапан. Предельно просто. Фантастика. Так, думаю, многих интересует вопрос, можно ли мыть эти замечательные контейнеры в посудомоечной машине. Можно. Их можно мыть в посудомоечной машине, можно разогревать в них еду в микроволновой печи. Единственное, что перед тем, как поставить контейнер в микроволновую печь, нужно открыть клапан, а лучше снять крышку. Хорошо. Контейнеры герметичны, они не протекают, в них даже можно брать суп. Не пропускают посторонних запахов, что тоже очень важно, когда у нас в холодильнике хранятся, да, разные продукты, все в одном месте, значит, у вас не перемешаются эти запахи. Прекрасная мультисистема хранения, просто прекрасная. Антибактериальная. Да, но, Регин, вот обращаюсь к вам, потому что я заметила среди новинок знакомые стеклянные контейнеры, их давно не было видно. Это что, триумфальное возвращение? Да, совершенно верно. По вашим, дорогие коллеги, многочисленным просьбам, мы вернули в ассортимент вот эти удобные стеклянные контейнеры. Единственное, что мы в них поменяли, это цвета крышек, чтобы они прекрасно сочетались со всей нашей остальной продукцией, посудой. Да, и продукцией. Конечно, да.
А еще очень удобно, что, например, вы приготовили салат, да, подали прямо на стол в этой миске. Она так. очень красивая, стеклянная, да. Но у вас осталось немножко салата. Чтобы вам не перекладывать в другой контейнер, вы берете, закрываете крышечкой контейнер и кладете в холодильник. Супер. То есть это такие мультифункциональные действительно решения. Или, например, вот в маленькой мисочке можно разогреть суп, например, тоже в микроволновой печи. Масса вариантов. Прекрасно. Я еще вот вас попрошу, Регина, напомните, пожалуйста, объем, потому что мало ли могли забыть. Да. У нас был маленький контейнер 800 миллилитров, у нас был большой контейнер 1,5 литра, и сейчас мы добавили еще один новый контейнер емкостью 1 литр. Нашли золотую середину. Да, ну потому что он тоже очень нужен, когда и не очень большой, и не очень маленький объем, а контейнер 1 литр очень удобен. Слушайте, ну... Потрясающе! Столько новинок для готовки, столько новинок для хранения. Но я знаю, что это еще не все. Свет, это действительно еще не все. Еще одна новинка, о которой, Свет, я сегодня расскажу. Это новинка бытовой техники. И, кстати, о ней спрашивали уже на нашем недавнем бизнес-форуме. Выглядит очень футуристично, да, очень современно. Это вот такой компактный продукт. Это отпариватель электрический. Он поможет вам в любой ситуации выглядеть опрятно и аккуратно. Слушайте, что важно? У нас есть щеточки для удаления, ну, каких-то пылинок, допустим, с пиджака в процессе отпаривания. Абсолютно. То есть не нужно разделять ну, таких два действия. Чистить пиджак, а потом его отпаривать. То есть мы можем сделать это все одновременно. И я еще знаю, он безопасен для шелка, что бывает немаловажно в летний период. Да, он подходит у нас для всех видов тканей, безопасен даже для тонких тканей, потому что у него очень щадящий пар. Вот, и вы в любой ситуации очень быстро отгладите вашу одежду. Вот, кстати, ваше платье? Сегодня он мне помог освежить, да, мое платье. Фантастика. Если он еще при этом занимает мало места, так это вообще просто супер. Я теперь без него никуда не езжу. В любые поездки беру его с собой. Фантастически шикарная вещь. Просто шикарная. Регин, спасибо большое. Прям спасибо. Друзья, надеемся, что Регина и дальше будет радовать нас отличными новинками для дома. Конечно, у нас еще очень много планов и идей. Следите за нашими новинками. И удачи вам, друзья! Знаете, что мне нравится в компании «Faberlic»? Что это компания образа жизни. Регина нам сейчас представила товары для дома. А следующая наша гостья уже приготовила новинки, с помощью которых можно ухаживать за товарами для дома. За вещами от Андрея Бурматикова. Это просто фантастика. Встречайте. Рубрика «Косметика для дома» с Екатериной Лобасовой. Екатерина, здравствуйте! Наконец-то пролетели 3 недели, и прямо сейчас мы узнаем все секреты новинок косметики для дома, которые вы, кстати, обещали нам на бизнес-форуме. Всем добрый день! Добрый. Светлана, да, сегодня с большим удовольствием постараюсь рассказать все самое интересное о наших замечательных новых средствах. Начну, пожалуй, со смарт-решения для лета в уходе за посудой. У меня тогда вопрос возникает, а что такого особого нужно посуде летом? Или, быть может, вы намекаете на периодические отключения воды, и вот тогда особенно тяжело, да, вымыть посуду после вкусного ужина. Вы об этом? Вот именно. За городом и на даче, где мы стараемся проводить летом как можно больше времени, периодическое отсутствие горячей воды очень даже возможно. Поэтому именно в этот летний сезон холодной воды мы и перезапускаем в линии Faberlic Home наши гели для мытья посуды с биоэнзимами. И эти средства заряжены настоящей природной силой очищения и справиться с любыми самыми неприятными обильными жировыми или засохшими загрязнениями. И, кстати, Светлан, они отлично подходят для замачивания посуды, когда не хочется мыть прямо сейчас. Прямо сейчас, да? Просто добавьте немного геля в воду и
Идите отдыхать и заниматься чем-то приятным. А когда вернетесь, останется просто сполоснуть губкой остатки и смыть чистой водой. Просто сполоснуть. Достаточно. Супер. Звучит просто чудесно. Чудесно. Согласна. А также особый биоэнзимный комплекс наших формул способствует удалению вот этих вот сложных загрязнений даже в холодной воде. Супер. Поэтому я искренне рекомендую вам попробовать. И, может быть, прямо сейчас. Тем более, как и другие гели линии Faberlic Home, эти средства не содержат аллергенных консервантов, а именно парабенов, метил и хлорметилэтиленонов. И подходит, что самое важное, это вынесено на упаковку для мытья детской посуды, бутылочек и сосок. Маркировка 0+. Слушайте, вот даже здесь можно уже остановиться и сказать, что аргументов попробовать более чем. Наверное, но я попробую вас заинтриговать еще больше. Ну давайте попробуем, мы все в нетерпении. Этой весной в процессе подготовки к перезапуску наших продуктов линии Faberlic Home, помимо наших стандартных тестов, проверок и потребительского тестирования, мы решили пойти еще дальше и устроить настоящую прожарку нашим средствам. И сейчас я представляю вам первый выпуск «Чистого любопытства». Смотрим! Всем привет! С вами шоу «Чистое любопытство». Вчера у меня был день рождения, и нам это очень на руку, потому что осталась гора грязной посуды. Попробуем ее отмыть. Ну что ж, приступим. Написано, что средства еще и концентрированные. Проверим и это тоже. Похоже, на этом все. В следующий раз придумаем что-нибудь еще. С вами было шоу «Чистое любопытство». До новых встреч! Это прекрасно, мне кажется, это прекрасно. Но, если говорить серьезно, это уже не просто любопытство, это настоящий суперэффект. Мы искренне надеемся, что и всем вам наши гели для посуды помогут так же классно, как и нашему любопытному экспериментатору Юрию. Но есть и еще одна супер новость. Уже с завтрашнего дня, 16 июня, мы запускаем новую акцию «Лови моменты 3.0» с косметикой для дома и шоу «Чистое любопытство». Мы с радостью представим 5 выпусков «Чистого любопытства» с необычными тест-драйвами 5 продуктов косметики для дома. И, кстати, только что вы первыми увидели один из них. А теперь самое приятное. 5 недель подряд, каждую среду, мы будем разыгрывать по 100 тысяч рублей и еще 10 супер наборов с товарами категории «Дом». Анонс акции, подробные условия участия и ссылки на лендинг уже завтра вы сможете найти в нашем основном инстаграм-аккаунте Faberlic, конечно же, аккаунте Faberlic Home, рассылках и на сайте. И участвовать очень просто, так что всем удачи! Смотрите, какие еще жесткие проверки прошли наши средства, пробуйте их и участвуйте в акции с призами. Первый розыгрыш 100 тысяч рублей 23 июня, так что не забудьте! 100 тысяч рублей 23 июня. Мне кажется, про такие классные призы точно не забудешь. Тем более, интересно узнать, что же такого необычного могут наши уже любимые средства для дома. Светлан, если честно, мы и сами удивились изобретательности нашего экспериментатора-тест-драйвера. Но и наши средства не подвели. Увидев результаты его видеоотчетов, мы искренне гордимся вдвойне. Кстати, он опробовал и наш любимый хит продаж – средства для духовок и плит. Так что ждите и этот видеообзор в ближайшее время. Будет интересно! Мы разыграем суперприз 100 тысяч рублей. Вот, кстати, я помню, на бизнес-форуме вы говорили, что совсем скоро нас ждет
новая версия средства для духовок и плит. Светлана, у вас отличная память. И да, уже в этом 9-м каталоге можно попробовать наш обновленный продукт в линии Faberlic Home. Мы сохранили все его суперкачества и даже еще добавили. Теперь это активная Эко Плюс формула, где все моющие компоненты биоразлагаемы, при этом очень-очень сильны. Экстра сила против жира и нагара в действии. Для всех любящих готовить такой продукт просто необходим. Вот когда тебе важно быть уверенной в результате и чистоте, причем без лишних усилий, вот как бы ты ни расстаралась на кухне, вот это супер. Светлан, именно для такого гарантированного результата мы его создавали. Кстати, о сюрпризе для поклонников, о котором также говорила ранее. Уже в 10-м каталоге встречайте второе средство для духовок и плит с приятным освежающим ароматом мяты. Так что теперь можно будет не только легко очистить все от духовки до вытяжки и мангала, но и выбрать свой любимый аромат, который будет помогать вам и поднимать настроение во время домашних хлопот. Мне, если честно, выбирать не хочется. Я, наверное, попробую оба аромата, и вот тогда я уже точно решу, какой мне нравится больше. А может быть, и оба оставлю у себя на кухне, потому что такие продукты, мне кажется, на кухне не застоятся. Ну, это отличное решение, могу только приветствовать. Хорошо. Но, кажется, нас ждет еще что-то абсолютно новое. Что-то для мужчин и автомобилистов. Светлана, так и есть. И это новое для нас поле, и мы тщательно готовились. И сейчас я с удовольствием хочу представить вам нашу новинку. Средство антибитум и антимошка 7 в 1. И, кстати, оно прошло сравнительные тесты со всеми лидерами этого сегмента. И ни одному не проиграло. Так что я очень рассчитываю, что уже с этого лета оно станет прекрасным спутником для каждого из вас и будет каждый день радовать своей суперсилой и помогать в удалении сложных специфических автомобильных пятен. У меня только один вопрос, я думаю, и у многих. Что такое именно 7 в 1? О, это как раз про те самые сложные пятна. Наш продукт отлично справляется и со следами от битума, и от гудрона, следов насекомых, липкой древесной смолой, птичьего помета, остатков скотча и любой въевшейся грязи. Вы сейчас перечисляли, это боль, наверное, каждого автомобилиста. Ведь действительно, когда сталкиваешься со всем этим на дороге каждый день, ну, не радостно, это мягко сказано, а машину всегда очень и очень жалко. Теперь можно будет убрать все эти нежелательные радости без лишних усилий. И, кстати, достаточно выгодно, так как стоимость очищения этих загрязнений на всех автомойках существенно выше. Так что это настоящий смарт-выбор этого лета. А еще наше средство универсально и может применяться для очищения стекол и зеркал, а также любых других поверхностей кузова или пластиковых поверхностей автомобиля. И оно безопасно для лакокрасочных покрытий, что, мне кажется, тоже очень важно. Конечно, конечно. И самое главное, его можно наносить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что тоже может быть очень удобно. Звучит просто отлично. Но возникает вопрос, когда же нас ждет этот еще один чудо-продукт? Думаю, он придется по вкусу любому автомобилисту, а не только мужчинам. Конечно. Уже с 10-й компании будем очень рады, если он появится в бардачке у каждого из вас. И даже самые требовательные наши пользователи оценят его чистящие свойства. Катерина, обращаюсь и к вам, и обращаюсь к нашим зрителям. Мне кажется, ценителей средств для дома, а теперь еще ценителей средств для автомобиля от Faberlic очень и очень много. Вам огромное спасибо за эти чудо-новинки и очень интересный рассказ о них. Вот прям искреннее большое спасибо. И, конечно, друзья, все ждем завтра запуска акции с призами «Лови моменты 3.0». Спасибо всем вам за то, что вы нас выбираете. И, конечно же, удачи!